Новый лидер правого сектора Андрей Стемпицкий заявил, что киевские власти намерены уничтожить батальоны их добровольцев, отправив воевать на передовую в Донбасс. По его словам, патриоты в Минобороны Украины предоставили правому сектору документ с преступными намерениями нынешней власти. В частности, в документе предлагается президенту Петру Порошенко отправить ДУК «Правый сектор» в зону так называемой АТО для наступления, что позволит не только истощить вооруженные силы ДНР и ЛНР, но и продолжить мероприятия по дискредитации украинских радикальных сил, которые негативно влияют на безопасность в стране. Режим Порошенко, Яценюка, Авакова желает уничтожить нас руками СБУ и Министерства обороны, уточнил Стемпицкий. Также командир правосеков прокомментировал убийство Олега Мушчеля во время спецоперации в Киеве. С целью сокрытия своего преступления СБУ в СМИ распространила информацию о том, что лесник был российским диверсантом. Власть увидит, чем обернется будущий день рождения патриота Степана Бандеры, заявил Стемпицкий.